Итак, приветствую всех на своем канале, всех подписчиков, не подписчиков, всем здравствуйте. Сегодня немножко решил уйти от темы обычных обзоров, там квадрики, машины. Сегодня решил вот рассказать про вот такую, так немножко свое мнение рассказать о такой вот машинке электрической. Да, электрическая машинка для стрижки волос. В общем, ребят, сидим на самоизоляции. Гребаный коронавирус. Он же COVID-19. В общем, с сыном обросли. Сидим на даче. Надо подстричься, сказали супруги, чтобы привезла такую вот машинку. Мы ее заказали заранее в одном крупном московском магазине. И нам доставили ее. Доставщик была моя жена. В общем, почему выбрал Браун? Как вы видите, Браун Hair Clipper. Модель HC5030. Смотрел разные обзоры, разные отзывы о разных машинках электрических. Смотрел Монсор, смотрел Philips. Ну, как-то, не знаю, по отзывам мне понравилось Браун, не только по отзывам. Ну, конечно, так, не знаю, глупо, не глупо, но мне еще понравился цвет синий. Ну, в общем, решил взять. А, что самое интересное, она получается без крупных, то есть без множества насадок. Я когда смотрел характеристики, я думал, что насадками у нее проблема. Оказывается, все еще лучше, чем, как говорится, есть на самом деле. То есть тут есть две насадочки от 3 до 24 мм и от 14 до 35 мм. То есть я хотел именно взять, чтобы у меня и длинные, и короткие волосы можно было стричь. С этой целью, потому что в основном машинки, которые я смотрел, они все до 24 мм. Вот я вот тоже, можно сказать, акцент поставил на то, что мне нужна вот такая вот 35 максимум, чтобы был у нее большой захват. Вот. Собственно, очень удобно. Эти насадки регулируются, их не надо постоянно туда-сюда снимать, ставить, переключить. То есть, если здесь 35 мм, 35 миллиметров, то соответственно, если бы не было такой сдвигающейся насадки, то их было бы очень много здесь. Это не совсем удобно. Здесь также есть функция промывки после стрижки, то есть можно под краном помыть аккумулятора. Как написано в тех инструкциях, написано, что аккумулятора хватает на 50 минут, но по отзывам говорят, что 40 минут, соответственно, буду тестировать, смотреть, ну и в дальнейшем рассказывать. В комплекте идет сама машинка, две насадки, 3,24 мм, 14,35 мм. Также идет щеточка для очистки и масло машинное. Которым для машинок, которым смазывать надо. Как ты уже в отзывах читал, говорят, что надо смазывать после каждого раза, когда промывается под водой. Ну, не знаю. Ну, вообще правильно, конечно, обслуживать, смазывать маслом после воды. Вода иначе хорошего эффекта не даст. Так, ну что, давайте открывать. Посмотрим, что есть в комплекте. Ну, собственно, сама машинка. Машинка сама. Так, выглядит. Я открою. Такая вот она. Очень приятная такая на ощупь. Очень такая интересная. Ну вот, собственно, еще, кстати, интересная функция тут есть. Я прочитал.
это то, что здесь есть запоминание, память. Не знаю, как правда это все работает, как эта память будет работать. Вот так, собственно, смотрите, сдвигается насадочка. То есть вот, это вот самая маленькая насадка, до 24 миллиметров. Вот она так сдвигается, с разных положений. Так вот обратно возвращается. Кнопка включения. Кнопка, она же выключение. Также здесь, как было написано в характеристиках, есть индикатор. Когда машинка садится, у нее батарейка, вроде как загорается индикатор. Тоже не видел, проверю. Гнездо для подключения электроразъема. Сейчас покажу, как это все снимается. Так, снимается. Вчера снимал, было очень легко. А, вот, пальцем вверх и все. То есть просто до щелчка вставляем обратно. Просто вот так вот пальцем вверх. Все. Вот такая вот штука. Сейчас буду проверять на своем сыне. Будет первая подстрижка. Так, смотрим дальше. Что еще у нас идет в комплекте? Такая вот коробочка. Такая вот коробочка. Здесь у нас идет еще одна насадка. От 14 до 35 миллиметров насадочка идет. Надеюсь, вам видно. Дальше. Дальше идет вот зарядное устройство, то есть с помощью которого заряжать данный аппарат можно. Ну и, соответственно, он работает как автономно, так и от розетки. Время заряда, как написано, если не ошибаюсь, сейчас, нет, ошибусь, чувствую. Зарядка у меня долгая. 6 часов вроде, сейчас посмотрим инструкции. Вот щеточка Браун и масло. Это все после очистки очищается, после стрижки, то есть от волос. Очень удобно и предусмотрительно. Так, ну и соответственно две инструкции. Ну это модели какие тут бывают. 10, 30, 50, 90 модель. Я смотрел все модели и не увидел у них особо прям сильных отличий. Десятка она только до 24, вроде как. Тридцатка до 35. А дальше не знаю, в чем их отличие, но я их не заметил. Так. Все идет на русском ничего пока нет, а другой. Так. Да, вот русский язык, 62-я страница. 62-я страница. Ну, очистка воды можно. Чистку производить водой. Так, вот зарядка. Оптимальная для зарядки температура окружающей среды составляет от 15 до 35 градусов. А запрещено длительное воздействие на прибор температуры свыше 50 градусов. Ну, все понятно. Любого другого прибора то же самое. Так, индикатор заряда аккумулятора. А, есть. Так. Так. Стрижка у вас как стрич. Стрижка у вас без насадки. Очистка. Содержание в лучшем виде. В общем, на время зарядки подсмотреть. А, вот, при первой зарядке или если прибор не использовался в течение нескольких месяцев, оставьте его заряжаться на не менее чем на 4 часа. То есть не менее 4 часов его заряжать. Ну, здесь написано сколько, 8 часов, то есть 30-й модели. То есть для моей машинки это 8 часов. То есть, видимо, вот эти все отличия, 10-й, 30-й, 50-й модель, у них идет 8 часов, у других
машинок получается идет 4 часа заряда. Угу. Ну, обеспечивает 50 минут работы прибора без шнура. В общем, вот такая, ребята, штука прикольная. Кстати, давайте про смазку почитаю. Я совсем другой. Так. Ну, смазку здесь надо искать. Ну, все. Очистка при помощи щетки. Понятно. В общем, надо смотреть, искать. Ребят, в общем, такая вот покупка у меня. Самоизоляция заставляет это делать. Сами понимаете, никуда не сходить, не постричься. Никакого салона красоты речи не идет. Поэтому все это делать будем в домашних условиях. В общем, вот такой вот прибор, аппарат. Пойду пробовать на сцене. Кому понравился обзор мой, просто обычно без всяких там реклам, маркетинга, ставьте лайки, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Если будут какие-то вопросы, задавайте. В ходе использования я буду вам на них отвечать. Если у вас появятся эти вопросы, пишите. Подписывайтесь на канал. Всем всего доброго. До свидания.